Привет, друзья, с вами Кейк. Сегодня будет видео про двух проституток. Это слово легально, оно можно назвать на YouTube, потому что брать деньги и за это платить, ну, тем, чем платят, это называется проституция. Так вот, у нас в этом криптореволюции две проститутки самые наглядные. Первая — это CZ, Binance Chipinjao, второе — это Justin Matiosan. Все, кто смотрели мои предыдущие видео касательно и Tronic, и Binance CZ, они поймут, почему я конкретно негативно к ним отношусь. Потому что дело не только в том, что они открыли фальшивый фонд в Африке, что помогают детям, кстати, с едой. Но и CZ, и Justin Sun отправляли там средства. Но эти деньги туда не доходили. Дело не только в том, что CZ... К примеру, каждый раз, когда выходил новый проект на их Binance Launchpad, я говорил, что это ничто, это ноль. Нельзя в этом ничего инвестировать, потому что создать что-то, которое стоит ноль, и продать даже за 1 цент, зная, что это абсолютно никогда не будет стоить даже 1 цент, но ты продаешь это. И, кстати, продаешь через BNB, то есть зарабатываешь еще и на курсы повышения BNB. Очень много вообще чего произошло. Или же Justin Sun с его BitTorrent. Касательно этого, у меня еще до запуска BitTorrent, да, было видео. Ладно, к чему я это? Потому что вчера вышла новость, что Binance стали делистинг довольно много коинов. Что интересно, что в списке этих коинов их же проект из Launchpad. Это Harmony, Lipto, Link, Elrond, BitTorrent. Каждый раз, когда они презентовали вот эту инновацию у нас на Binance Launchpad, и кроме тех, кто знали, что происходит, и могли зарабатывать на этом очень коротком промежутке, все остальные просто инвестировали, и не то, что инвестировали, просто тупо купили. И, конечно же, из этого графика ясно, что никто этим не хотел заниматься. Это были только имена. Красивые веб-сайты и имена. И, конечно же, доля CZ. Кое-что еще вышло. Несколько дней назад, я просто узнал вчера, то, что Tron, касательно стейкинга Tron, Justin изменила, не изменил, конкретно изменила, потому что она изменила то, что в стейкинге кто находится в топе, тот будет получать больше block rewards. И что мы видим? На первом месте Binance. Кстати, который на первом месте из-за того, что, по сути, сам с помощью своего exchange может за себя сделать vote, голосовать. Это нормально? Ведь проститутки должны поддерживать друг друга. Плюс добавлю еще, что, конечно, я сказал, что вот эта шайка, она сядет. Она в конце сядет, все. Потому что каждый из них самый простой вор, ничего больше. Если люди не понимают, что их воруют, или же законы пока что нету для того, чтобы не воровать, это не значит, что воровать это можно. Так что скоро вот эти законы, они будут работать. И вот эта шайка, каждый из них со временем сядет. И почему сядет? К примеру, Justin Sun, который уже имеет проблемы, потому что нельзя говорить, написать, неважно, это в Твиттере или на своем официальном другом блоге. Нельзя, чтобы вышло такое анонсмент, которое напрямую будет указывать на цену акций или же в таком случае цену коина этой компании на повышение или на понижение. Justin Sun много раз делал эти ошибки. Ну, за это заплатит, конечно. Ничем не отличается и CZ. Кто говорил, что не рекомендую шортить BNB, ибо у нас скоро будет очень интересная новость. То есть ты напрямую говоришь, что нельзя продавать BNB. Это то же самое, что, скажем, Тим Кук скажет, не рекомендую продавать акции Apple, потому что у нас скоро iPhone будет так сильно продаваться. Вы представляете, что сделает с ним регуляция? Есть выражение, да? Что такое Twitter? Twitter — это то, что может тебя убить. Я буду рад, когда каждый из них, неважно, это Чарли Ли, который говорил, что держите лайткоин и сам продавал. Или же это CZ, которая брала большое количество
процента для того, чтобы проекты попали в Launchpad, зная, что этот проект только имеет имя и веб-сайт, ничего больше. И никогда не будет иметь ничего больше. А сейчас сделаем потихоньку делистинг, чтобы никто... чтобы минимализировать участие в этих проектах. Я вообще всегда касательно BNB, Binance и Tron всегда выступал против. И буду выступать. Из подписчиков моих спросил меня, может войти в BNB, это было в августе. Я сказал, что нет. Я бы этого не сделал. То есть я не говорил, что нет, потому что я не финансовый советник. Я сказал, я бы этого не сделал. Но почему я периодически через месяц-два месяца возвращаюсь к CZ Binance, BNB, ну, Justin, просто последствия, забудем про него. Потому что не теряйте деньги просто. Кто бы что бы ни говорил, не теряйте деньги, не позволяйте себя грабить таким образом. Увидимся. Ты мечтаешь нарубить капустки? Добро пожаловать, парнячок. У меня для тебя есть реактивный Гольфстрим 5. Будешь на нем по миру мотаться. Здорово. Ну да. В игре. С большим членом, игрок. Аж до колен. С большим членом. Ага. Ну или в тебе проснется совесть, а мы посмотрим, куда она заведет.